Это наш домик зимой. В общем, дом очень нравится, конечно. Вот такая у нас еще проблема. Сейчас, в принципе, хорошо видно. Вот сосульки, те, которые стекают с крыши, вода. Вот. Ну, обычные сосульки, как везде у всех. Вот. А вот сосульки очень интересные. Вот эти вот. Это сосульки, которые стекают из-под пароизоляции. Вот она, маленькая вот эта сосулька. Вот она. Вот здесь вот очень много этих сосулек. Вот. Но сейчас они маленькие, могу все-таки сильный. А когда потеплеет, они такие длинные тоже будут. Вот, то есть здесь у нас изоляция от железа. Одна как бы мембрана, потом идет утеплитель, потом идет пароизоляционная мембрана. Вот на нее стекает весь конденсат, или это крыша худая, но скорее всего конденсат стекает. Вот. Стекает, то есть его там достаточно много, чтобы даже сосульки образовались. И по этой вот пароизоляции по поверхности течет конденсат и вот выделяется в виде таких вот сосулек. Вот здесь видно. Вот такие дела. Вот конденсат, конечно, там громадное количество. Если просто так смотреть, там течет как дождь. Но здесь видно как бы наглядно. Все, спасибо.